Приветствую всех на канале, на YouTube-канале Металлокоп Беларуси. Сегодня у нас 4 мая. Выехали в очередной металлокоп. Находимся мы на бывшей ЖД дороге. Мы тут уже работаем. Может, неделю. Это у нас уже, наверное, так, раз, два, третий, четвертый выезд суточный. Приезжали с ночевкой. Вывозили много металла. ЖД металл — это вообще супер тема. Все тяжелое. Подкладки, соединители, рельсы. Сегодня снова мы приехали на суточный металлокоп. Вот, друзья, первая находка хорошая. Это помимо подкладок. Я там еще выкопал штук 10 подкладок. Это у нас то ли соединитель, то ли что. Но они такие хорошие. Килограммов 15 в прошлый раз копали. Таких штук 20 выкопали. С лопатой соскребу песок. Ну вот. Вот такая находка. Я смотрю, мы тут не одни. Нам еще кто-то копает. Наверное, Вася. Хороший сигнал. Но это не подкладка. Это, наверное, соединитель будет. Потому что и длинная. Такая же самая штукенция. Но не кусок рельсы, да? Кусок рельсы. Время у нас 5 вечера. Выехали мы как рыбаки. Приезжаем на вечерний клёв.
Да, ничего себе, она куда пошла. У них уже метр. Наверное, надо идти за лебедкой. Или лучше, наверное, легче выкопать. Копать то легко. Вот песок. Да там ближе к дороге. Камни, щебень. Сейчас я выкопаю и покажу, что это. Фух. Вот она. Кусок рельсы. Сколько тут? 1,20 м где-то. 1,10 м. Ну, тоже пойдет. Тяжеленько. Просто ямку сделали. А что не выкопать? Может, там бетон, я не знаю. Или поленились. Вон яма. Ну, ямы засыпают, молодцы. Не то, что я. Подкладка. А что ее не вытянули? Соединитель. Честь праздника. А у нас сегодня на канале праздник. У нас уже чуть больше 1000 подписчиков. Можно и выпить по чуть-чуть домашнего вина. Мы уже дегустацию провели. Немножко. Ну, за хороший коп. Виват металлайз копом, копарем. Хух, будем. До дна. Водитель у нас не пьющий. Держи. О, гвоздей. На сотку сразу. Уголок какой-то. Попьем кофейка с утреца.
Нюха, нахуй. Картопля. О, блин, только разложился покушать. Слышу, газель едет. Ну, гляжу, остановилась. Слышу, железо, бац-бац, блин. Подбегаю, бегу. Мужик на газели. Уже загружаю прицеп. Металл. Я говорю, мужик, стой. Это мое железо. Ну, говорит. Я гляжу, машины нема, что ж металл будет лежать. А мы так вот его с вечера не пособирали. Ну а что ночью собирать? Потому что мы до темна копали. Вот тут вот он остановился. Эту кучку уже засыпал, прицеп. Говорю, там дальше тоже куча, гляди, не бери. Не, говорит. Раз хозяин нашелся, то трогать не буду. Сейчас мы завтраком будем собирать, потому что тут рыбаки ездят и охотники. И так некие лесники вроде бы уведут. От греха подальше. Ну и его в баню собрали весь металл. Тут два мешка костылей, каждый килограммов по 80, ну, тот поменьше, килограммов 50-60. Кусок рельсы, подкладки. Соединители, даже топоры. Ну, килограммов 200-230 должно быть. Пойдем мы уже в другую сторону. Вчера были в той стороне, пойдем в ту. Потому что там уже что-то не попадалось. А тут, наверное, кусок узкоколейки. Блин, комары спасу нету. Потому что она дальше или швеллер маленький. Не, наверное, узкоколейка кусок. Она вот так метра полтора. Ну, и тут полметра, метра два. Блин, под корнями. Сейчас будем пробовать. Оно вроде бы сухое уже. Да. Можно ломать смело. На, кусок. Маленький тонкий швеллерок. Метра. Метр 70. Сейчас тут еще
похожу. Ну, тут от дороги метров, вон она уже видно, метров 15-20. А тут когда-то деляночка была, что ли. То пни вижу, корчи. Сигнал еще сразу вот за этого швеллера. Что-то небольшое. Кусок трака. Стрелёвочника. Вот этот зуб. Это трак статуэра. Сейчас походим дальше. Нашел я вот еще две части от трака. Вот. И тут еще один сигнал небольшой. Где там был? А вот. Ну, что-то тоже такое небольшое, продолговатое. Ну, тут уже целый трак. Да. Уже хорошая находка. Килограммов 15. Не, 15 не вывезет, 12. Я не знаю, сколько вес от таких траков. Ну, видно, вот покопано. Блин, и залезли же сюда. А может, свинья порыли. Тут сигнал такой маленький был. Свинья тоже, наверное, металл ищут. Улей заброшенный. А тут вот тоже упавший. Медная пластиночка. Сейчас надо будет ее вырвать. Вроде бы медь, да, медь, желтенькая, 50 грамм, оцинковка, можно тоже вырвать, надо идти, наверное, дороге, потому что тут можно глаза поубивать, вроде бы, там еще пару пальцев нашел, кусок троса. Дальше не ходил. Тяжело ходить в корчах. Да видно, дерево сломалось. Вместе с ульем упало. Еще проволоки в бухту. Так, все, иду. Дорога. О, яйцо какое. Наверное, граната. РГДшка. К
скорее всего. Да. Вдоль дороги мне больше нравится ходить, чем по лесу. Там и комары тут меньше, да и металл. Вот одну подкладку поднял. Уже как полтрака. И носить не надо далеко. Так, где-то у меня все тут было. Они какие-то тут перемешку. Большие, маленькие. Наверное, когда-то шла узкая колейка. А потом переделали под большую железную дорогу. Много рельс в воде. 3 штуки. Будем ждать, пока вода сойдет. Добротная рельсина. Хорошенькая. Что-то должно быть. Наверное, соединитель. Сейчас подкопаю. Но нет, это вообще трак. Болотный. Ну тут уже по полю полегче копать. По-чистому. Проехали, отъехали от того места, потому что там вообще не было. Все перебито. Полкилометра проехали. Немного походим. Часа полтора-два. Да и поедем домой. Что-то продолговатое. То ли кусок рельсы, то ли соединитель.
трошки на глубине. Целых полметра. А вот что-то я достучался. Вот такие вот земляные работы я произвел. Короче, нифига не получится. Это оказалась узкоколейка. Не знаю, кусок или целая. Да, наверное, кусок, потому что она вот так вот идет. Идет и туда вот пошла. А куда там пошла, я не знаю. Там уже металлоискатель даже не достает. Да и копать. Во. Начинаю копать, оно все обваливается. Грунтом и грунтовые воды. Тут такая земля гравийная. Обваливается. Только в путь. Тут только ждать, пока вода немного упадет. Соединитель, этот побольше, есть маленькие, есть побольше, а есть совсем большие, по килограммам 40, этот килограммам 15, 15, 17.